Мне нравится система безопасности, которую я вообще не думал бы, я бы брал бы израильтян и все. Mm-hmm. Я считаю, что они боги в этом. Приведу пример. У меня много жизненных примеров. Я стою в очереди в аэропорту. Ну, во-первых, ты же знаешь, да, вопросы замечательные, почему не взрываются, почему террористы не взрывают израильские самолеты. Знаешь почему? Нет. Они говорят, мы их туда не пускаем. Офигенно, офигенно. Пример такой, я стою в очереди. Это мой жизненный пример. Ты стоишь в очереди, стоит кто-то, там люди, такая девочка. В какой-то момент девочка 20-25 лет отходит и показывает пальцем вот это, вот это. То есть в очередях стоят сотрудники безопасности, в очередях они стоят, в магазинах они стоят. То есть это не... Они везде. Так это террористы. Они не накручены, что вот это подозрительно. Они конкретно ищут террористов. Это офицеры. Это не значит, что у них ментовская страна. Извините меня, пожалуйста, товарищи полицейские, что я так сказал. Но мы так короче достучаться. Это говорит о том, что в аэропорту тишина. Тишина. Я им, тьфу, конечно, все бывает, но это вот. Это называется вопрос безопасности. Ни одного еврея они не оставят нигде. Нигде. Это же их закон. И в любой стране. Если надо будет, отомстят. И это тоже можно. И это тоже можно, да.